созданы. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala salah. حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين آیات کا ترجمہ ہے تو کہہ دے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے نیز یہ کہ تم ہر مسجد میں اپنی توجہات بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور говорит что перевод этих аятов следующий скажи повелел владыка мой справедливость и направляйте лица ваши в каждом месте поклонения к Аллаху и взывайте к Нему, очищая для Него веру. Как Он создал вас впервые, так и вернетесь вы после смерти. О сыны Адама, берите украшение свое, одеяние праведности у каждой мечети. Ешьте и пейте, но не превышайте меру, воистину не любит Он превышающих меру. Сура Аль-Араф, Аяты 30-32. Всевышний Аллах по своей милости даровал мусульманам Ахмади города Брисбен, или точнее всей Ахмадийской мусульманской общине Австралии, возможность построить в этом городе мечеть. И сколько бы вы ни благодарили Всевышнего Аллаха за эту милость, этого будет мало. Около 15 лет назад вы купили это место и построили на нем миссионерский центр и зал для молитв, в котором вы совершали молитвы. Затем, когда в 2006 году я в первый раз приехал сюда, то несмотря на то, что у вас были эти помещения, я не видел той красоты, которую я вижу сейчас, после строительства этой мечети. Это является милостью Всевышнего Аллаха общине, что Он создал такие отношения между членами общины и халифом общины, которых нигде больше нельзя увидеть. На самом деле, это является результатом того учения и того обета верности, о соблюдении которого Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, назидал свою общину. Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, в условиях обета верности себе, упомянул отношения любви, братства и повиновения. И эти отношения любви, братства и повиновения продолжаются благодаря системе Ахмадийского халифата, которая возникла после того, как он покинул этот мир. Мы нуждаемся в мечетях, и чем больше развивается община, тем больше строится и будет строиться мечети. Я упомянул о системе Ахмадийского халифата для того, чтобы было понятно, что мечети строятся по всему миру, как ответ на призыв халифа времени. Где бы я ни был, везде я обращаю внимание членов общины на то, чтобы они строили мечети, потому что мечети являются средством проповедования. И в действительности так и бывает. И как я уже упомянул,
Когда я приехал сюда в 2006 году, я сказал, что зал для молитв – это хорошо, но вы должны построить мечеть. Ваша община ответила на это положительно, и по милости Всевышнего Аллаха вы построили здесь мечеть. В ходе строительства мечети вам пришлось столкнуться с различными трудностями. Возникали различные непредвиденные ситуации. И вы узнали, что в умах местных людей бытуют разные представления. Когда здесь был создан центр для молитв, и люди приходили совершать молитвы и на другие мероприятия общины, местные люди относились к этому спокойно. Но когда вами был представлен план по строительству мечети, то нам пришлось столкнуться с противодействием соседей. Но в конце концов, Всевышний Аллах явил свою милость, и я получил отчет, в котором говорилось, что благодаря вашим стараниям в течение 8-9 месяцев было получено разрешение городского совета на строительство мечети. И таким образом, в конце декабря 2012 года было начато строительство первой мечети в штате Квинсленд. И сегодня, по милости Всевышнего Аллаха, у вас уже есть эта красивая мечеть. Согласно поступившему отчету, община потратила на строительство этой мечети и на ремонт других помещений 4,5 миллиона долларов. И члены общины совершали пожертвования с открытым сердцем. Мне сообщили о том, что один член общины пожертвовал 125 тысяч долларов, другой – 100 тысяч долларов. Еще один пожертвовал в соответствии со своими возможностями и даже больше. Согласно своей традиции, женщины Ахмадийской общины пожертвовали на строительство этой мечети свои украшения. Пусть Всевышний Аллах дарует всем этим жертвователям безгранично много и благословит их жизнь и богатство. Но при этом вы всегда должны помнить о том, что эти пожертвования, дух любви и искренности и примеры повиновения в мусульманах Ахмади не должны быть только временным проявлением эмоций. Напротив, эти чувства должны сохраниться в нас и развиваться. Вы должны не только сохранять эти чувства в себе, но и передать их своим потомкам. И это должно быть духом истинного мусульманина Ахмади, и эти чувства могут сохраняться в нас только тогда, когда мы обратим свое внимание к повелениям Всевышнего Аллаха и установим истинную связь со своим Богом. Когда мы будем выполняющими свои обязанности в отношении мечети, когда мы будем выполняющими свои обязанности обета верности, искренне и самозабвенно любящему святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то есть обетованному Мессии и Махди, мир ему. Мы сможем быть выполняющими свои обязанности в отношении этой мечети тогда, когда мы будем заботиться обо всех этих вещах и всегда помнить о них. Поэтому сегодня я представлю вашему вниманию некоторые повеления Всевышнего Аллаха, чтобы мы и наши потомки стали выполняющими эти обязанности.
Аяты, которые я прочитал в начале проповеди, являются 30 и 32 аятом суры Аль-Араф, и в них говорится о мечетях. В них содержится чаяние Всевышнего Аллаха относительно верующего человека. Он назидает верующих, что если присоединяющийся к мечети и совершающий истинные поклонения будут заботиться об этих вещах, то Всевышний Аллах будет смотреть на них с любовью. Первое из этих повелений Всевышнего Аллаха относится к справедливости. Справедливость является такой вещью, которая должна быть установлена, начиная с семьи, общества и заканчивая международными делами. И она является тем, благодаря чему можно установить мир и спокойствие в мире на всех уровнях. И в то же время справедливость является тем, несоблюдение чего может привести к смутам и мятежам в мире. Далее, справедливость необходимо соблюдать не только в общественных отношениях и в отношениях между людьми, но более того, выполнение повелений Всевышнего Аллаха тоже требует соблюдения справедливости. Выполнять обязанность поклонения так, как это повелено Всевышним Богом, является проявлением справедливости по отношению к поклонению. И поклоняющийся человек получает пользу от проявления справедливости в отношении поклонения. Поэтому каждый истинно верующий должен обратить свое внимание к выполнению своей обязанности поклоняться Всевышнему Аллаху. И эта обязанность выполняется тогда, когда вы совершаете все свои обязательные молитвы, когда вы будете уделять должное внимание к выстаиванию молитв, когда вместе с совершением молитв создается в себе чистое изменение. Когда вместе с совершением молитв вы будете стараться выполнять свои обязанности по отношению к творениям Всевышнего Аллаха. Например, мужу приказано выполнять свои обязанности по отношению к жене. Заботьтесь о ее нуждах и относитесь к ней с вежливостью и мягкостью. Заботьтесь о ее родственниках, уважайте родителей жены, ее сестер и братьев и других родственников. И не отбирайте у жен их имущество и заработок. Выполняйте свои обязанности по отношению к детям. Уделяйте должное внимание их обучению и воспитанию. Показывайте им свой личный пример, чтобы они поняли важность веры и были соединены с верой. Всегда помните о том, что мальчики, и особенно 13- и 14-летние мальчики, как правило, уважают веру тогда, когда они видят, что их отец проявляет уважение к вере, оберегает свое поклонение Всевышнему Аллаху, совершает молитвы и читает Священный Коран. «Я заметил, — говорит Хазур, — что матери проявляют большее беспокойство относительно веры своих детей. Или, по крайней мере, они выражают мне свое беспокойство об этом, и они просят молиться за своих детей». Каждая женщина и жена должна проявлять справедливость по отношению к своим обязанностям. Вместе с уважением к мужу ей следует уважать и ее родственников. Она должна воспитывать детей и следить за ними. Особенно в этом западном мире родители должны беспокоиться о воспитании детей и обратить на это особое внимание.
Религиозное воспитание детей является обязанностью обоих родителей. Дети нуждаются в объяснении, что вы являетесь мусульманами Ахмади. Но в первую очередь вы сами должны показать себя настоящими мусульманами Ахмади и объяснить им то, какие есть обязанности у мусульман Ахмади, и объяснить им, что между ними и другими детьми должна быть разница. Если вы таким образом будете воспитывать детей, то они будут соединены с верой. Если родители не показывают личных примеров практических действий, если они не уделяют должного внимания воспитанию детей, то в этом случае они не проявляют справедливость в отношении воспитания детей. انصاف سے پیدا کرنے والی بناتی ہے اگر ماں باپ اپنے عملی نمونے نہیں دکھا رہے اگر بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں ہے تو پھر انصاف نہیں کر رہے پھر معاشرے کے عمومی تعلقات ہیں یہاں بھی ہر مرد اور عورت جو اپنے آپ کو مومنین ڈالی Есть определенные обязанности в обществе, обязанности у каждого мужчины и каждой женщины, которые считают себя принадлежащими к верующим или хотят быть причисленным к ним, является выполнение своих обязанностей по отношению друг к другу. Необходимо выполнять требования справедливости в делах бизнеса и в любых других делах. Всевышний Аллах сделал общину верующих единым организмом. И этот уровень единства верующих, как единого организма, будет установлен тогда, когда будет ощущаться чувство боли за другого, и когда внимание будет обращено к выполнению своих обязанностей, когда выполняются требования справедливости. Когда какая-то часть тела испытывает боль, то все тело испытывает боль. Таким же образом и вы должны ощущать боль другого. Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Ощущайте боль других». Когда мы говорим миру о том, что таким образом устанавливается справедливость, и о том, что ислам говорит об установлении справедливости, то на людей всего мира, услышавших наши слова, это производит очень большое впечатление. Нам нужно будет показать добрые примеры этого и рассказать людям о том, что это не какое-то древнее учение, а напротив, истинно верующие и сейчас совершают поступки, соответствующие этому учению. Два дня назад здесь прошло мероприятие по случаю открытия мечети с участием местных людей из Австралии. На нем я говорил о том, что если не будет справедливости по отношению к людям и не будут ощущаться все тонкости этого, то все поклонения будут бесполезны. Но если выполняется эта обязанность, то есть соблюдение справедливости, тогда каждое действие слуг Всевышнего Аллаха, выполняющих обязанности, становится поклонением. И это еще больше украшает красоту поклонения Всевышнему Аллаху. Поэтому тот мусульманин, который придает большое значение молитвам, всегда будет стремиться к тому, чтобы быть выполняющим требования справедливости по отношению к творениям Всевышнего Аллаха. И мусульманин Ахмади больше всех может понять и знает эту мудрость,
потому что он принял имама времени и принес ему обет верности для того, чтобы снискать милости Всевышнего Аллаха, чтобы выполнять обязанности поклонения Всевышнему Аллаху, чтобы осознать цель своего рождения. Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, в одном из своих писаний изрекает: «Проявление доброты и сочувствия к людям является большим поклонением и является великим способом обретения благоволения Всевышнего Аллаха. Это то красивое учение, следование которому, с одной стороны, позволяет выполнять требования справедливости и одновременно позволяет приблизиться ко Всевышнему Аллаху. И когда человек вместе с выполнением своих обязанностей перед людьми выполняет обязанности перед Всевышним Аллахом, тогда он попадает в объятия любви Всевышнего Аллаха. И тогда он обретает истинное наслаждение от поклонения Всевышнему Аллаху. И затем старание верующего человека выполнять повеление «И направляйте лица ваши в каждом месте поклонения к Аллаху» делает его получателем милости Всевышнего Аллаха и включает его в число тех людей, которые обретают этот статус. И как мы все знаем, Всевышний Аллах оценивает каждое наше старание, и мы не можем совершить ни одного доброго деяния только благодаря своей силе. Если наши поступки не получат поддержки Всевышнего Аллаха, и пока Он не позволит нам совершить доброе деяние, мы не можем совершить его. Поэтому наши добрые желания и старания совершать добрые деяния в каждом деле сделают нас обращающими свое внимание ко Всевышнему Аллаху. Вместе с этим, когда мы будем поклоняться Всевышнему Аллаху и просить у Него помощи, чтобы Он принял наше поклонение, тогда они станут истинными поклонениями. И мы станем достойными быть включенными в число тех людей, о которых говорится: «И взывайте к Нему, очищая для Него веру». И тем, кто взывает ко Всевышнему Аллаху, очищая для Него веру, сообщается сияющая весть Всевышнего Аллаха: «Я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко Мне». Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Для принятия молитв также важно, чтобы человек создал в себе чистые изменения. Если он не может избавиться от дурных дел и приступает к границе Всевышнего Аллаха, то его мольбы не имеют никаких последствий. Очищение своей веры ради Всевышнего Аллаха только тогда будет истинным очищением, когда человек заботится о соблюдении всех пределов, установленных Всевышним Аллахом. И мы можем узнать об этих пределах, читая Священный Коран и ища в нем повеления Всевышнего Аллаха. Эти повеления являются теми пределами, находясь в которых человек обретает приближение ко Всевышнему Аллаху и видит знамение принятия молитв. Затем Всевышний Аллах изрекает: «О сыны Адама, берите украшение свое, одеяние праведности, у каждой мечети. Одеяние богобоязненности является украшением верующего,
И здесь дается объяснение тех пределов, которые установлены для верующего. Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Вся духовная красота человека заключается в том, чтобы следовать по тонким путям богобоязненности. И тонкие пути богобоязненности являются красивыми узорами и приятными чертами духовной красоты. И ясно, что сохранение по возможности доверенного Всевышним Аллахом обета веры и правильное использование всех сил и органов с головы до ног, из которых видимыми являются глаза, уши, руки, ноги и другие органы, а также внутренних органов, таких как сердце, а также других сил, и проявление нравственности является необходимым». Также необходимо защищать себя от нахождения в запрещенных Аллахом местах и защищать себя от тайных нападений сатаны. Какими бывают тайные нападения сатаны? Его тайные нападения бывают такими, что он соблазняет человека неправильно использовать свои органы и силы. Далее, обетованный Мессия, мир ему, изрек: «С другой стороны, необходимо заботиться о своих обязанностях по отношению к людям. Это тот путь, с которым связана вся духовная красота человека. И Всевышний Аллах в Священном Коране называет богобоязненность одеянием праведности. То есть слова «одеяние праведности» являются словами Священного Корана. И в этих словах содержится указание на то, что духовная красота и украшение духовностью создаются благодаря богобоязненности. И богобоязненность состоит в том, что человек сохраняет все доверенное ему Всевышним Аллахом, оберегает свой обет веры, а также все свои обещания творением Аллаха, то есть в соблюдении по возможности всех самых тонких, связанных с ними вещей. Таким образом, человек должен стараться по возможности соблюдать и действовать с учетом относящихся к этому всех самых тонких вещей. Как я сказал, в этом изречении Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, разъяснил, что вы должны заботиться о доверенном вам и своих обещаниях. Мусульманину Ахмади вручено то, что он обещал беречь и выполнять, и это обещание состоит в том, чтобы отдавать предпочтение вере перед миром. И если мы будем оберегать это доверенное нам и беречь его, то наше поклонение, иншаллах та'ала, если Аллаху будет угодно, сделают нас приближенными ко Всевышнему Аллаху. И мы увидим знамение принятия наших молитв, и каждый наш поступок будет совершаться в поисках обретения благоволения Всевышнего Аллаха. И наш приход в мечеть тоже будет только ради Всевышнего Аллаха. После строительства мечети к ней будет привлечено внимание людей, и мы будем выполнять обязанность по удовлетворению интересов людей. Поэтому после строительства мечети не удовлетворяйтесь только этим. После строительства этой мечети ваши обязанности возрастают. Всевышний Аллах говорит: «Приходите в мечеть, украшая ее». Мечеть украшается богобоязненностью. Согласно изречению Хазрата, обетованного Мессии, мир ему, как я уже объяснил, богобоязненность появляется тогда, когда выполняются обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху и по отношению к Его слугам, и когда стараются повышать уровень своих поклонений, когда вы охраняете свои молитвы, и когда вы заботитесь о святости мечети. Многие люди, в том числе и здесь, просят меня молиться за них.
По их лицам видно, что они делают это, следуя традиции. Или они не действуют в соответствии с тем, о чем они просят. То есть, они сами не обращают своего внимания к мольбам. Когда бы я ни спросил их, совершаете ли вы свою пятикратную молитву, они заминаются с ответом. Представление о том, что нужно просить молиться за них, но при этом самим не молиться, является неправильным представлением. Целью прибытия Хазрата обетованного Мессии, мир ему, является второе рождение ислама, создание новой земли и нового неба. И эта цель не может быть достигнута, пока каждый из нас, каждый мужчина и каждая женщина, каждый юноша и каждый пожилой человек, следуя богобоязненности, не становится выполняющим свои обязанности по отношению к доверенному ему Всевышним Аллахом. Если вы просите меня молиться, то вы сами должны обратить внимание к мольбам. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал одному своему сподвижнику: «Если вы хотите достичь той цели, для достижения которой вы просите меня молиться, то вы сами тоже помогите мне своими мольбами об этом и своими поступками». Главная цель божественных общин состоит в том, чтобы каждый человек установил свои личные отношения со Всевышним Богом. Поэтому Хазрат обетованный Мессия, мир ему, в одном из своих писаний написал: «Сами станьте святыми, а не поклоняющимися святым. Сами станьте покровителями, а не поклоняющимися покровителям». То есть, каждый должен установить свои личные отношения со Всевышним Богом. Члены общины верующих должны помогать друг другу мольбами и должны стараться выполнять и другие свои обязанности по отношению друг к другу. Выполняйте свою обязанность в поклонении Богу и выполняйте свои обязанности по отношению к людям. Устанавливайте такие высокие уровни нравственности, чтобы к вам обратилось внимание других людей. Но вы должны помнить о том, что стать пиром и святым не означает, что люди должны вам поклоняться, а означает, что у вас сложились личные отношения со Всевышним Аллахом. И эти отношения со Всевышним Аллахом появятся тогда, когда у вас установится отношение личной преданности Ахмадийскому халифату, и вы будете соединены с общиной, потому что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пророчествовал о развитии тех людей, которые будут соединены с общиной имама времени. Поэтому всегда помните об этом. И как я уже сказал, после строительства этой мечети у мусульман Ахмади, живущих в этом районе, стало больше обязанностей. Они должны оживлять эту мечеть и должны приходить в нее с тем украшением, которое является украшением в глазах Всевышнего Аллаха. Это является вашей обязанностью. Вашей обязанностью является также соблюдение прав друг друга, донесение до людей вести истинного ислама также является вашей обязанностью. Если вы будете выполнять эти обязанности, то я надеюсь, что ваши финансовые пожертвования и пожертвования временем, потраченным на строительство мечети, будут приняты Всевышним Аллахом. Дай Аллах, чтобы так и произошло, и вы увидели проявление любви Всевышнего Аллаха. Приходите в мечеть с такими мыслями и оживляйте ее. В одном хадисе рассказывается, что Всевышний Аллах оказывает гостеприимство тем, кто приходит в мечеть и утром, и вечером,
с намерением поклоняться. Вы должны помнить о том, что если человек проводит промежуток времени от одной молитвы до другой, обращая свое внимание ко Всевышнему Аллаху, то он является охраняющим границы, установленные Всевышним Аллахом, и защищенным от сатаны. И когда он входит в мечеть для совершения следующей молитвы, то он входит в нее в одеянии богобоязненности, которое является наилучшим украшением. Так что установление такого уровня богобоязненности является обязанностью каждого мусульманина Ахмади. И каждый из нас должен стараться осознать эту обязанность. И осознав суть этой обязанности, мы сможем сохранить свои поклонения Всевышнему Аллаху. Если мы будем приходить в мечеть с тем украшением, которое нравится Всевышнему Аллаху, то мы будем получать больше милости Всевышнего Аллаха, чем раньше. Во втором аяте священного Корана, который я прочитал в начале проповеди, он изрекает: «Ешьте и пейте, но не превышайте меру. Воистину, не любит он превышающих меру». Суть этого аята состоит в том, чтобы установить меру своей пищи и питье. То есть, следует вкушать дозволенное и благое, установив в них меру, потому что пища оказывает влияние на мышление и чувства человека. И прием человеком пищи в большем объеме, чем ему нужно, делает его ленивым. Если вечером он наелся досыта и крепко уснул, то он не сможет встать на утреннюю молитву. Затем Всевышний Аллах изрекает в другом месте священного Корана, что признаком неверующих является то, что они думают только о пище и питье, как животные, которые тоже только едят и пьют. Однако цель верующего намного выше. Его целью является поклонение Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах создал все дозволенное и благие вещи для пользы человека, но не для того, чтобы, используя их, он стремился обрести мир. Человек может пользоваться этими вещами, но он не должен делать их своей целью. Напротив, его целью должно быть обретение благоволения Всевышнего Бога. И он может достигнуть эту цель только тогда, когда он не позволяет мирским вещам вставать на пути поклонения Всевышнему Аллаху и не расточительствует на них больше, чем это нужно. Если мирская пища и питье становятся препятствием на пути поклонения Богу, и мирские удовольствия господствуют, то такое расточительство не нравится Всевышнему Аллаху. Поэтому вы всегда должны помнить о том, что совершение каждого дела, согласно его мере, нравится Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах не запрещает заниматься мирскими делами, но Он обратил внимание верующих на то, что они должны заниматься духовными делами с полным вниманием и проявлять в них справедливость. Но если занятие мирскими делами становится причиной того, что забывается вера, и они становятся причиной отвлечения внимания от молитв, то это делает человека лишенным милости Всевышнего Аллаха. Да убережет нас всех Всевышний Аллах от такого расточительства, которое удаляет от Всевышнего Аллаха. Милостью Всевышнего Аллаха является то, что большинство членов общины понимает свои обязанности. И, как я уже сказал, они понимают дух финансовых пожертвований и участвуют в финансовых пожертвованиях с открытым сердцем. Но вместе с этим я несколько раз выразил свое беспокойство о том, что мы нуждаемся в оживлении мечетей.
Эта мечеть, которую вы построили, очень красивая. Очень красивый ее минарет и купол. Само здание мечети, по милости Всевышнего Аллаха, большое. Я вам уже сказал, что здесь уже был один зал, который отремонтировали и сделали очень красивым, и к нему был пристроен еще один зал. В обоих залах одновременно могут молиться 1000 человек. Сейчас общее количество молящихся, по-моему, составляет от 500 до 600 человек. Поэтому в мечети еще есть место. Сегодня сюда приехали люди из Сиднея и других городов и заполнили мечеть. А если в ней будут только местные люди, то большая часть мечети останется незаполненной. И я молюсь о том, чтобы количество людей, молящихся в этой мечети, увеличилось, и она была заполнена местными людьми, и она стала мала для них. आज तो लंदन सिडनी से भी और बाकी जगहों से भी शायद कुछ लोग आए हों इसलिए मस्जिद भरी हुई है लेकिन अगर यहां की लोकल आबादी हो तो शायद मस्जिद थोड़ी सी खाली भी नजर आए Но мы испытаем большую радость тогда, когда эта мечеть наполнится местными мусульманами Ахмади, а не мусульманами Ахмади, приехавшими из Пакистана. И когда количество молящихся в ней людей увеличится. Но это желание и дело не могут быть осуществлены без проповедования. Поэтому старайтесь больше проповедовать и много молитесь об этом. Дай Аллах, чтобы эта мечеть стала как можно быстрее мала для вас. И вами были построены и другие мечети. Эта мечеть не является вашей конечной вершиной, а напротив, она является вашим первым шагом. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, сказал, что мечеть позволяет людям познакомиться с исламом. И благодаря мечети внимание людей обращается к исламу. Дай Аллах, чтобы внимание местных людей как можно быстрее обратилось к этому, и я надеюсь, что иншаллах та'ала, если Аллаху будет угодно, оно будет обращено к исламу. Где бы в мире ни были построены мечети, там в несколько раз больше людей познакомилось с исламом. Поэтому, как я уже сказал, вы должны осознать свою обязанность, что благодаря этому знакомству внимание местных людей будет больше обращено на вас. Вы приехали из Пакистана потому, что там вы не могли свободно поклоняться Всевышнему Аллаху. Вы приехали потому, что вы не смогли открыто называть себя мусульманами, не могли свободно проявлять себя как мусульмане Ахмади. Поэтому, стараясь достигнуть эту цель здесь, станьте теми, кому обращен взор любви Всевышнего Аллаха. Передайте людям красивую весть ислама. Большинство из вас приехали сюда не по причине каких-то особых достоинств, но вы приехали сюда по причине гонений на мусульман Ахмади в Пакистане. Поэтому создайте в своих потомков чувство благодарности за милости Всевышнего Аллаха. И когда мы обращаем внимание на оживление мечети и становимся выполняющими свои обязанности по отношению к ней, тогда мы уделяем должное внимание проповедованию. کہ لوگوں کو اسلام کا خوبصورت پیغام پہنچائیں آپ کا یہاں یعنی اکثریت کا کسی خوبی کی وجہ سے آنا نہیں ہوا بلکہ جیسا کہ میں نے کہا احمدیت کی پاکستان میں مخالفت کی وجہ سے ہے بس اپنی نسلوں کو بھی یہ احساس دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اس احسان کا شکر اس وقت ادا ہوگا جب ہم مسجد کی آبادی کی طرف توجہ دیں گے اس کا حق ادا کرنے والے بنیں گے В Пакистане ежедневно возбуждается новое судебное дело против мусульман Ахмади, и некоторые из них вызывают смех.
Два дня назад я прочитал в письме, что в одной деревне два человека написали жалобу, и один из них говорит: «Я увидел минарет и купол мечети, а когда я приблизился к этому зданию, я узнал, что это мечеть Кадьяни, то есть мусульман Ахмади. Это ранило мои чувства». То есть он начал свою жалобу как путник. Потом он пишет: «Я 4 дня искал того человека, который построил эту мечеть. И я узнал, что в этой мечети совершает молитвы 8 человек. Я им сказал: разрушьте этот минарет и купол, но они не согласились. Это ранило мои чувства, поэтому я требую возбудить против них судебное дело». Вот такие обстоятельства сейчас складываются даже в маленьких деревнях Пакистана. И в таких обстоятельствах люди там живут. Некоторые из вас тоже жили в таких обстоятельствах. Поэтому не забывайте, в каких обстоятельствах вы жили, и старайтесь выполнять свои обязанности по отношению к мечети. Пусть Всевышний Аллах дарует всем нам возможность делать это. Аминь. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.